Отмена так называемого закона о миллиарде опротестована в Конституционном суде. Обращение представил председатель группы «Промолдова» Андриан Канду. Депутат считает, что недавнее решение парламента вредит отношениям нашей страны с Международным валютным фондом и ставит под угрозу экономическую безопасность государства. По мнению Канду, были нарушены принцип разделения властей и ряд положений Конституции. Закон о миллиарде был аннулирован на прошлой неделе голосами ПСРМ и группы «За Молдову». Президент Национального банка Октавиан Армашу заявил, что это тревожный сигнал для партнеров по развитию. Некоторые экономические эксперты прогнозируют ухудшение экономической ситуации. Социалисты обосновали отмену закона о миллиарде, в том числе необходимостью направить деньги на поддержку сельхозпроизводителей. Действующий президент Игорь Дадон закон одобрил.